И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня я играю на своем сервере в игру под названием Counter-Strike Global Offensive. Я не знаю, меня слышно сейчас или нет, потому что после того, как я обновил свою программу, меня просто заглючило это. Ну да, меня, наверное, слышно. Все-таки, ребят. Короче, сегодня я нашел таких дебилов, которые вообще не умеют играть в Counter-Strike. И я их постоянно нахожу, но сегодня я нашел еще тупее людей. В общем, сегодня... Да уж, я не успею, наверное. Надо было раньше думать. И для вас я специально сегодня нашел такую интересную вещь. Взорваться не хочу. Ладно, в следующем раунде. Итак, сегодня мы тащим, просто тащим команду, ребят. Играем трое на трое на таком маленьком сервере, который поддерживает всего лишь несколько человек. В общем, сегодня мы будем играть. И, ребят, угадайте, кто это? Это нож, бабочка, градиент. Я научился долго этот нож, как бы, крутить. Называть как его, я даже не знаю. Но, в общем, это получилось довольно-таки круто. Мне, не знаю, мне это нравится, как бы. Да, это выглядит прикольно, реально. Опс. Давай-ка. Ну что ты, давай. Да уж. Командка не очень попалась. В общем, играют одни какие-то нубы, которые вообще играть не, ну, просто не умеют, ребят. Со стандартными скинами, то есть это, считайте, у них, хотя у одного не сильвер, но остальные все сильверы. То есть я попал на сервер, который играет только сильверы. Это как-то странно для нубаса, но я играл во все версии, и я никогда не встречал такую команду, которая вообще не умеет играть. Это как-то странно. Убил. Такое у меня впервые, ребят, правда. Не поверите. Давай-ка. Пистолет берем. Так. Ну, где там последний? Давай-ка. Игра, конечно, лагает после последнего обновления, которое 15 октября было. Ребят. Короче. Так. И сегодня мы, короче, поиграем немножко на этом сервере. Надо дуз 2. Попытаемся поиграть. Так, надеюсь, они здесь. Ай, блин, ошибся, ну ладно. Ну вы задефузите или как вообще? Дефуз, блин, вообще. Смысла нет в ваших дефузах. В общем, как-то так. Как вы увидели, то, что у меня уже стоит другой автомат. М4-1С. Так, давайте их убьем всех. Ну зачем вы кидаете гранату вообще? Смысл кидания, блин! Блин! Да что ж такое? Да черт. Ну ладно. Как бы ладно. Все равно тащу. Немножко. Ах ты, блин. Чуть не убили меня, конечно. Ну ладно. Так. Давайте-ка последний раундик с этими дебилами. Хотя ладно. Давайте я там их вызову там. Бой 1-1. Давайте-ка попробуем. В общем, друзья, так, мы играем теперь с ним 1-1. Это админ сервака, я просто его сейчас затроллю. Так. Да уж. Ладно. Ну ладно, не побегу. Хрен с ним. Так. Так, выброшу мое оружие. Потому что мы сейчас будем играть с ним 1-1 после этого раунда, вот этого вот. Будем играть 1-1 с ножами, в общем, на дедус 2. Да достал ты меня. Конечно, красиво, но ладно. Хотелось бы тебя выкинуть. Но я этого делать не буду. Ладно, давайте купим его. На всякий случай, вдруг он меня не послушается и начнет меня убивать. Так что
Я с ним просто поговорил в чате, и он решил со мной один на один сыграть. То есть он всех кикнул и оставил только меня. Поставил сервер на пароль, и я теперь играю с ним. Так. Где же ты? Тихо. Он пошел на Б. Я уверен. Ну, если он так будет ставить бомбы, я не знаю. Ну, какого прикола тогда? Вот, я не знаю этого. Так. Ну, зачем он пошел на А, я не знаю. После того, как я их всех переубивал, просто вообще всех, они решили, то, что я суперпро. Давай-ка. Иди на меня, иди. Да уж. Успею еще раз минировать бомбу. Давай. Давай. Да, это было, конечно, немного трудно. Да ладно. Так. Да ладно, серьезно, давайте. Так, ладно. Где же наш враг теперь будет? Так. Как вы знаете, враг наш был здесь. Значит, мы бежим сюда сразу к нему уже. Давай-ка, где же ты? Ну где же ты? Ты чего, серьезно пошел на А? Ха-ха-ха! Ты что, серьезно? Ты еще плантить бомбу будешь? Давай! Давай! Давай, давай, давай! Опа! О, не попал! Ах ты гадина! Давай-ка! Давай! Ну? Опа, нет! Я победитель. Да уж. Да. Да как он пишет? Да как? Вам чат просто не видно. Он пишет, да как? Он же попал в меня. Как бы несколько раз. Но вообще у меня осталось там несколько хп. Но сейчас не об этом уже. Так. И последний раз давайте. Я его убью и все. Так. И закончим на этом мое видео. Или нет? Куда он пошел ты? На Б, что ли? Ты что, серьезно? Да ладно, я тебя убил просто. Вообще, я не знал, что ты там. Да, ты меня ранил, ну ладно. Вообще. Парень, в общем, попал в мое видео. Ну и итогом нашей игры, конечно же, будет игра на полном сервере. Давайте-ка мы просто поиграем сейчас. Разомнусь хотя бы. Кто давно не играл в КС. Хоть разомнусь чуть. Немножко. Блин. Да уж. Давай-ка. Да чё, серьезно? И никто, смотрите, попасть не может. Блин, патронов-то нету. Тихо. Да откуда вас столько здесь? Да блин. Убейте его. Кто остался? Такое я оставлю. Это такое... Также крутой. Стандартный. Давайте еще два раунда еще. Ты мне тоже это задолбал уже, если честно. Так. Ладно. Так, все, ладно. Тогда давайте выкинем. Купим нам наше оружие. Так. И из пистолета давайте опять ППшку возьмем. П-250. Так. Враги, где же вы? Тихо. Ах ты гадина. Давай. Так. Блин. Хотят меня убить, наверное. Ах ты, блин. ХП, ХП, ХП. Да почему? Все, у меня мало хп, ребят. Что будет сейчас, я не знаю. Ахаха.
Серьезно, да? Это вообще. Так. Ах ты, блин. Так, хп мало. Я уже знаю, где он находится. Ну, примерно. Идем сюда. Тут его нету. Поздравляю. Так. Ладно. Побежали туда. А, вы еще там стреляться будете, ладно. Так, ладно. И такой вот бонусный, последний левел, в котором я куплю мое оружие. Это P90. И револьвер. Да уж. Командка нормальная. Так. Итак, поехали. Сейчас всех будем тащить просто. Просто серьезно будем тащить всех. Опс. Че, нет ничего? Ладно. Что, серьезно? А-ха-ха. Как так? Ладно. Давай, пэ-пэ-пэ-пэ. Все. Ладно, хотя бы сколько-то убили. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. Мой ID ВКонтакте 53554463. Александр Сачков. Добавляйтесь, кому надо. Также в группе Нубаса будет разыгрываться именно вот такое вот оружие. Оно интересное. Кому интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Потому что, наверное, каждый захочет иметь такое оружие себе в инвентарь. Захочет. Да. Оружие реально очень красивое. И, ну, вы с ним все-таки заходите играть. Я так думаю. Потому что оружие реально очень крутое. Оно будет разыгрываться в группе. В общем, кому интересно, заходите в группу ВКонтакте Нубаса. Или заходите на Нубас Кейсис. Там тоже будет рекламка этой группы. Ну, в общем, поиграем там. К тому же, заходите на серверы Nubas Servers, там тоже интересные. В общем, оружие нормальное, то есть... Заходите, в общем. Это очень круто все сделано. В общем, вот такое вот оружие будет разыгрываться. Кому интересно. Качество такое прямо с завода. То есть, можете поиграть все-таки. А я дальше буду играть на сервере Nubas Servers 1. И всем... Пока.